Театральной школы искусств номер 1. Мы поздравляем всех милых женщин с праздником весны, цветов и улыбок. С Международным женским днем 8 марта. Сегодня, в преддверии праздника, мы запускаем новый космический корабль «Весеннее настроение». Но путешествие состоится не по просторам космоса, а по весенним планетам, где нет суеты, печали, забот, где повсюду царит тепло, доброта и музыка. Цель нашего полета – показать, что мамы есть на всех планетах. Слово «мама» прекрасно звучит на разных языках. Именно в нем присутствует неограниченное количество любви и заботы, подаренное всем сердцем. На каждой планете расскажут нам дети, что лучше их мам не найти в целом свете. Итак, просьба занять места согласно желанию. Для устранения помех просьба отключить мобильные телефоны. К запуску космического корабля приготовьтесь. Есть приготовиться! Включить внимание! Есть включить внимание! Приготовить ладошки для аплодисментов! Приготовим ладошки для аплодисментов! Как мы умеем громко аплодировать! Есть приготовить ладошки для аплодисментов! Внимание! Прибываем на звездную планету! Справка! На этой планете выращивают маленьких дарований, звездариков. Они энергичны, веселы, талантливы. Давайте наладим контакт с маленькими звездариками и послушаем, что же они расскажут нам про своих мам. Ребятки с планеты Звездная, прошу вас подняться на сцену. А мы горячо приветствуем наших маленьких звездариков. Кто открыл мне этот мир? Не жалея своих сил и всегда оберегала. Лучшая на свете мама. Кто на свете всех милее? И теплом своим согреет. Любит больше, чем себя. Это мамочка моя. Никогда не унывает. Что мне надо, точно знает. Если вдруг случится драма, кто поддержит? Моя мама. Книжки вечером читает и всегда все понимает. Даже если я упряма, знаю, любит меня мама. Какие молодцы, как крепко они любят свою маму, планету Звездную. А свои музыкальные послания от звездариков нашим мамочкам принимайте в музыкальных поздравлениях. Как у наших у ворот чудо-дерево растет, а на нем для наших мам поздравления необычные, музыкальные, яркие и динамичные. А за роялем Костечка Лев. Встречаем! Thank you.
тебе ложиться. И тогда весна приснится, а на сцене Ярмосик Ксения и ее упрямый ослик. Первый месяц Ярмосик Светлана Анатольевна, мамочка еще одна.
встречаем хор учащихся эстрадного отделения. Нашим мамам без стыда можно стать героем труда. Все дела ее не в честь.
даже некогда присесть. И готовит, и стирает, нам сказку прочитает. А с утра большой охотой ходит мама на работу, а потом по магазинам. Нет, без мамы не прожить. Обойди весь мир вокруг, только знай заранее, не найти теплее рук и нежнее мамины. Не найдешь на свете глаз ласковее и строже. Мама каждому из нас всех людей дороже. 100 путей дорог по кругу, обойти по свету. Мама, самый лучший друг, лучше мамы нету. Захотели куклы танцевать, только мама спит, не надо ей мешать. Ладно, праздники нужны ведь без сомнения, и мы продолжаем наши поздравления. И громкими аплодисментами встречаем Романович Викторию. Танец кукол. Песня «Ты пойди, моя коровушка, домой».
И вновь звучит сеньор аккордеон. Шейбок Сабрина исполнит для вас фокстрот. Ну что? Мы должны посмотреть.
когда вместе с нами зал горячо аплодирует, а вы будете... Ой, а что это? Неужели наш мотор испортился? И мы что, упадем и разобьемся? Спокойно, никакой паники. Наш мотор не испортился, он просто ждет, ему нужна подзарядка. А как же мы его будем заряжать? Топливом или электроэнергией? Я пока не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю. Ага, прямо по курсу какая-то планета. Да-да, я вижу. И что же это за планета такая? Направо и налево везде лежит она. Игралия, игралочка, волшебная страна. Каждый здесь не раз бывал, кто когда-нибудь играл. Я догадалась. Мы зарядим наш мотор шутками, хорошим настроением. Ребята, вы нам поможете? Да! А еще громче, ребята, поможете? Да! А я вот вижу, что уже первый помощник нам спешит на сцену. Смелее. Смелее, ну вы можете горячо поаплодировать. Было весело вначале. Мы кричали, мы мычали и бренчали, и рычали по стене мечом. Только вдруг примчалась мама и сказала: ужас прямо, это дети или кто? Вас тут трое или сто? Как вы сами не устали, чтоб сейчас же перестали? Мы послушно замолчали, больше хором не кричали, не стучали, не стучали, а сидели и скучали. Только вдруг примчалась мама и сказала: ужас прямо, 5 минут слышна одна гробовая тишина, словно все поумирали. Нет, играйте, как играли. И опять мы, как вначале, закричали, застучали, лошадь сделали из стула. Мама тяжело вздохнула, снова уши затыкая. Вот капризная какая. Мама! Ну что, мы готовы лететь? Подзарядился наш там моторчик? Я думаю, что пока не готовы. Нужно еще больше хорошего настроения и задора. Хорошо. И не только ребят, но и всех, кто находится в зале. Так, зал готов нам помочь? Да! А взрослая публика готова нам помочь? Да! Ой, совсем как-то мы не готовы, иначе мы не взлетим. Итак, взрослая публика готова нам помочь? Да! Хорошо, тогда поиграем. И для нашей игры нам нужно... Вы нам поможете? Нам нужна команда мальчиков-мужчин. Выбирайте 2 мальчика, 2 мужчины желающих. А мы 2 девчонки и 2 мамочки. Кто-нибудь, выходите к нам. Готовы? Зал готов? Да. Давайте поаплодируем. Танцуем, зал уже танцует. Танцуем все. Можно аплодировать. Внимание!
Марсе. Это одна из самых красивых планет во Вселенной. Ее Земля почти целиком услана ароматными цветами. Моря наполнены теплым молоком, а песок мягок, как лебяжий пух. Это родная планета миролюбивой расы космоцветиков. Интересно, что же нам про своих мам расскажут жители планеты цветов? Мне мама приносит игрушки, конфеты, но маму люблю я совсем не за это. Веселая песня она напевает, нам скучно вдвоем никогда не бывает. Я ей открываю свои все секреты, но маму люблю я не только за это. Люблю свою маму, скажу я вам прямо, ну просто за то, что она моя мама. Много мам на белом свете, всей душой их любят дети, только мама есть одна, всех дороже мне она. Кто она? Скажу вам я, это мамочка моя. Такие молодцы! Большое спасибо! Расцветает сирень, и пастушья свирель льет и льет серебро, словно снег начало. Данильчик Альгерт исполнит нам произведение, которое называется «Одинокий пастух». Встречаем!
финальный подарок. Слушаем с удовольствием. «Пастушка», концертмейстер Елена Алексеевна Гусова. Торопова, «Правдина». За роялем Гайдук Софья, «Фламенко». Александра и сеньор аккордеон «Утомленное солнце». Александр приглашает всех мам на медленный вальс.
классной мамы. Я помню, она обещала таблички и заглянуть. Хорошо, хорошо. Ну что, приходите к нам еще в гости с добром. Конечно, прилетите. И своим мамам передавайте от нас большой-большой привет и поздравления с праздниками. А наши сюрпризы и музыкальные подарки еще не закончились. И мы приготовили для самых лучших в мире мам еще сюрпризы и подарки. А вы можете присаживаться. Чтобы дом был счастливым, наполненным лаской, я дам вам рецепт под названием «Сказка». Несложный, но верный. Его соблюдайте. Согласны? Ну что же, тогда приступайте. 6 ложек любви вы смешайте с заботой. 3 ложки доверия, чашку работы. 2 чашки прощения и горсть доброты. Добавьте чуть верности, нежной мечты. 3 чашки надежды и дружбы полмиски. Стакан уважения к старшим и близким. 2 ложечки смеха, немного удачи. Щепотку терпения и ваша задача все сдобрить улыбкой сердечной и лаской. И с кофе или чаем подать эту сказку. Вот такой замечательный рецепт для всех нас, чтобы наш дом всегда был счастливым, благополучным, чтобы там жила любовь, счастье и радость. И к этому замечательному рецепту я еще добавлю прекрасную музыку и замечательных музыкантов. Итак, образцовый ансамбль народных инструментов «Мелодия». Художественный руководитель Панина Наталья Анатольевна. Встречаем громкими аплодисментами. Thank you.
космическом корабле «Весеннее настроение» подошло к концу. Цель полета выполнена. Было доказано, что на всех планетах Вселенной мамы одинаковые, самые любимые и незаменимые. «Весеннего настроения» вам, милые женщины. Мира, добра и побольше улыбок. До новых!